Торжественный молебен в честь Дня города прошел сегодня в Софийском соборе Самары. Его провел митрополит Самарский и Новокубышевский Сергий. В молебне приняли участие первые лица региона и города. В столь важный для Самарской области день, когда на выборах определяется ее будущее, владыка обратился к прихожанам с призывом сходить на избирательные участки и проголосовать. Важно, чтобы мы помнили свой гражданский долг, что сегодня идут у нас выборы в нашем регионе. Я тоже призвал бы, чтобы все отнеслись к этому более ответственно и исполнили свой гражданский долг. Церковь всегда напоминает, чтобы человек разумно поступал в своих жизненных позициях, избирал то, что ему необходимо для жизни. И, конечно, это всегда трудно сопряжено с особым усилием воли, состоянием его души и, наверное, системой ценностей, что он полагает главное в своей жизни. Виктория Шарая, события.